Пневматический пистолет MOD H01 от фирмы Blow. Пистолет поставляется в пластиковом кейсе и в комплекте есть сам пистолет и небольшая инструкция. Ствол и ресивер пистолета выполнены из стали, рукоятка пластиковая. Прицельные приспособления – мушка и целик. Целик с возможностью регулировки. Данный пистолет пружинного типа, поэтому перед каждым выстрелом необходимо взводить пружину с помощью ствола. Так как у этого пистолета ствол нарезной, для стрельбы используются свинцовые 4,5-мм пули. Они заряжаются непосредственно в ствол. Из органов управления тут есть только спусковой крючок. Чтобы начать стрелять, необходимо взвести пружину, установить пулю в ствол . Прицелиться, и можно стрелять. Данный пистолет предназначен для спортивной стрельбы по мишеням. Я крайне не рекомендую стрелять из него в людей, так как вы можете нанести травму. При этом для целей самообороны такой пистолет неэффективен.